Тяжелые шубы и ватные штаны с налипшим снегом давно в прошлом. Теперь гулять холодной и снежной зимой – одно удовольствие. Надеваем пуховик, и можно валяться в сугробах сколько душе угодно. Чем хороши пуховики? Лежишь на снегу и не холодно. Они не продуваются, не промокают и держат тепло. А все потому, что сделаны из специальных материалов и утеплителей. Чем смысл утеплителя? Утеплитель вот он такой, и у него есть вот такая вот штучка. Это называется колландированный утеплитель, который позволяет внутри объемному воздуху быть, а сверху вот этот колландир, который не позволяет волокнам перемещаться по пуховику. То есть сейчас пуховики такие, что при стирке они не будут мигрировать. Вот синтепон, шерстепон, изософт и другие текстильные новшества – настоящая находка для русской зимы. Эти утеплители можно совмещать и использовать с любыми тканями для пошива верхней одежды. Какие-то разные такие вот плащевые ткани, любые, потому что вы берете как бутерброд, то есть плащевую ткань на утеплитель, а потом подкладка, и все это очень-очень теплый зимний пуховик. Для самого простого пошива подойдет стежка. С такой тканью справятся даже новички. Утеплитель уже соединен с основной материей и закреплен красивыми строчками. Это стежки вот простеганы такой вышивкой птичками, а так бывают они полосами сразу идут, то есть достаточно просто пришить подклад и все, потому что здесь все есть. Здесь есть как раз-таки вот эта вот ткань с мембраной, потом есть вот этот вот утеплитель, который дает воздушность, и колландир, который не дает этому пушистику разлетаться по всему этому. А птички, прошиты насквозь, все это позволяет держать в едином целом. Бери ножницы, выкройку пообъемней, и самый модный сегодня пуховик в стиле оверсайз готов. Для переменчивой и сырой погоды Подмосковья в самый раз. Даже дождь этой ткани нипочем. Мембрана, она прозрачная, ее вот тут вот прям еще хорошо видно, она отделяется. Хочешь, проверь? Давай проверим. Польем водой. У меня вот здесь кипяточек. Что, прям могу лить, и ничего не будет? Ну, попробуй. Мои варежки останутся сухими. Ну, давай попробуем. О. Капельки спали, и все. А любителям шуб модные эксперты советуют только искусственный мех, облегченный всевозможных расцветок и структуры ворса. Не такой теплый, думаете вы? Тончайшие невесомые утеплители делают такую шубу морозостойкой, и она ничем не уступает изделиям из натуральных, изысканных мехов. Полина Бахова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».